Граф отвечает в космосе. Всем привет, с вами Раф. Я знаю, что давно не снимал видео. Извините, пожалуйста, я просто все это время жирел. Видите, какой я жирный стал? Поехали! Это тег «Если бы я». И сразу скажу, что если это видео наберет 17 миллионов лайков, то я сниму другой тег. Итак, первый вопрос. Раф, если бы у тебя была фабрика, то что бы ты производил? Если бы у меня была фабрика, я бы производил фабрики, которые производят фабрики, которые производят какашки. Раф, если бы ты был режиссером, то что бы ты снимал? Мамку твою. Тах-тах! Порно-пародию на 101 далматинец. И кошки против собак. Вы понимаете, что там собаки будут с кошками делать? Ничего, меня кошки не возбуждают. Но собаки трахались бы! Тах-тах! Раф, что бы ты изменил в стране, будь бы ты президентом? Ну, вообще, я бы изменил жене. Я слышал, президенты так делают. А потом разводятся. А потом, не знаю, я бы трахнул гимнастку. Ну, да. Тах-тах! Раф, если бы ты был доктором, то каким именно? Эндокринологом. Да и тем более звучит это как-то хуёво. Эндокринолог. Чем вообще занимается эндокринолог? Раф, с какими бы блогерами ты общался, если бы была такая возможность? С Русланом Крейзи Мегахеллом, он та еще псина. Я бы с Авангаем еще пообщался, он классный чувак. Мне нравится его видео. Мне всего полгодика, но уже нравится. Я слышал, многим нравится, кому полгодика, там год. Тах-тах! Раф, кого бы ты кусал, если бы был собакой? Ты ебанутая, что ли? Ира, кого бы ты, блядь, кусала, если бы была человеком? Ох, забыл, ты же ничего, ты татарка. Раф, если бы у тебя была возможность уехать куда-то, в какой город ты бы уехал или остался бы дома? Я бы поехал в Ачинск или в Новобирюлево. Там Боготол еще недалеко. А на поезде сутки ехать до Ленинск-Кузнецкого, Междуреченска, Прокопьевка, Калтана. На самолете, в принципе, там недолго до Ельца, Чаплыгина. По-моему, ты только что пернул. Я слышала. Тах-тах! Раф, если бы ты был спортсменом, то каким спортом ты бы занимался? Я и так занимаюсь. Метание говна тебе в тапки. Раф, если бы ты получил 1 миллион, на что бы ты его потратил? У тебя мозги есть, как собака деньги может тратить? Раф, если бы ты был животным, то каким именно? Бурундучком, ебать! Саплей! Дельфином! Тах-тах! На этом все, спасибо большое, что смотрели. Вопросы закончились. И я устал летать в космосе. Ой, устал. Подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх. У меня большого пальца нет, поэтому ставьте, чтобы хоть где-то у меня были пальцы вверх. Большие, как мои яйца! Тах-тах!